Собственно, всем привет, вы на канале Летний, и добро пожаловать на продолжение прохождения Half-Life. Да, я, короче, понял, что-то надо делать. Тут надо, в общем, короче, дата где-то... Где-то вот, ой, аккуратненько сюда, ну вот эту вот пипку, вот эту вот, хорошо. Сюда вот подпрыгиваем и ищем, короче, одну херню. Короче, одну херню ищем, которая где-то примерно вот тут находится. Тут же, да? Не, это не то. Подожди, сейчас найду. Так, я думаю, что вот это вот портал, но вот это нихера не портал, это какая-то лужа, наверное. И вот тут где-то, собственно, должно быть. Ага, наебалово. Сейчас я найду то место, где, собственно, надо проходить аккуратно, что ты делаешь. Где-то оно вот тут. Вот тут, что ли, да? То ли... А, вот, да, оно прям вот. Вот эта вот херня, которая... Тихо, аккуратно, спокойно, что делаешь? Так, что это вообще такое, я не знаю. Понятия не имею, но я сохранюсь тут. Тихо, это что, меня... Бьет или нет? Это какое-то место под названием... Я не знаю, как оно называется. Ну, короче, это мир Зен. И что, собственно, здесь делать? Тоже пока не понимаю. Какие-то волосы торчат тут из-под земли. Нам, судя по всему, вон туда. Может быть. Скорее всего. А чё застрял-то? Тихо-тихо, не застревай. Так, я чё-то реально не понимаю, куда мне? Слегка. Как бы это странно не звучало, потому что здесь какая-то херня происходит. Как подпрыгнуть-то, ну? Чё ты? А? Открылось. Окей. Давайте еще вот эту пип. Чё, блядь? А, ебать, нормально. Еще вот эту пипку откроем. И где-то еще здесь должна быть, наверное, нет? Тихо, аккуратно, спокойно. Так, вот тут где-то должно было быть. Но что-то я здесь ничего не вижу. А, вот она. Допустим, открываем какой-то портал, да, наверное? Три портала открываем. Окей. И что-то происходит. На всякий случай пистолет возьму. А то мало ли. Так, это портал, да? Ну, судя по всему... Что-то какие-то шипы вырастают, ну-ка. Нет. Да? Да. Телепортировался. Окей, нормально. Логово Гонарча. Ядрить, колотить. Ёб твою. Энергия скафандра 100%. Опа. А чё это? А кто это? Ебать, оно идет за мной. Тихо, тихо, иди нахер. Блять! Это что за херня? Так, подожди, что у меня есть по ружью вообще? 36. Так, блять! Иди нахуй! Ёб твою мать! Ты еще хэдкраб только тут не хватало. Это еще что? Да как тебя убить-то, сучана? Ой, блядь, иди нахуй. Блядь. Где моя монтировочка? Ну-ка иди сюда, блядь. Ты, блядская хуйня.
Ага, хорош. Как я гамарджобу вот эту уничтожу, ты мне скажи. Так, ну-ка давай-ка арбалетик мой. Блять. Чё, не проходит? Сука, он каких-то этих жучков выпускает. Ну его нахуй, короче. Я пошел отсюда. Иди нахер. Нахер от меня, нахер пошел. Блять. Ёб твою мать. Чё, блядь, происходит? Что это за херня? Как его убить? Может, пушка все-таки? Не, нихера. Чё-то я это слегка, да. Блять, уйдите нахер. Ёб твою мать! Не сюда? Да, мне сюда. Иди нахер. Как сюда залезть? Блять. Да я понял, что химическая опасность. Иди нахер. Ой, замечательно, блять. Сука, что это за херня? Как мне от нее сбежать? Сучара. Так, мне уже наверх надо как-то забраться. Или что, я не понимаю. Подожди, мне надо загрузиться, потому что еще какая-то херня явно происходит. Надо было там сохраниться, прям когда я уже это. Логово гонарчая какого-то. Горнача, гонарчая, не знаю. Так, бежим нахер отсюда пока что. Ой, бля. Ой, бля. Хорошо. Так, заткнись нахер. Я сейчас буду, наверное, жестко тупить, потому что я нихера не понимаю. Может, его отвлечь как-то надо? Ты, блядь, хедкраб еще сюда не ползи только. Хорош. Минус хедкраб, но... Как вот сюда залезть? Вопрос, конечно, века. Сука, хедкраб еще вижу там где-то. Так, хорошо, минус хедкраб. Этот меня пока не видит, давай сохраню. И, блядь, как-то аккуратненько попробуем проползти. Пока он меня не видит... Он же меня не видит, да? Судя по всему, да. Как сюда залезть? Хороший вопрос. Это может как-нибудь... Открывается? Блин, а куда? Ну-ка, заткнись. Вот это что? Так, это не сломать. Так, это да, я реально не понимаю, зачем я сюда пришел. Что-то гаснет. Ну вот эта херня гаснет, ясно. Этот горнач меня не видит. Окей. Думаем, думай, башка, думай, что делать. Что ж делать-то? Может, как обойти надо? Ох, как же тут все плохо-то. Так, ну вот там какая-то гора есть. Может, по этим пипкам это прыгать надо? Как вариант, в принципе. Это, бля. Опа, тихо, аккуратно. А как на эту верхнюю забраться-то? Бля, не допрыгнул. Так, думай. Опачки. Блять, почти. Что-то тут точно нечисто. Как-то надо... А, может быть, сюда наверх надо? Ну-ка, подожди. Ну-ка, подпрыгни. Ну, ёлки-палки, что ты такой? Гордон неповоротливый. Так, сюда подпрыгнешь, нет? Ну, блин, было бы неплохо. Было бы неплохо, но... Блин, я не могу сюда подпрыгнуть, вот никак. Что ж ты будешь делать-то, ну?
Хопочки, нет. Тогда думать, надо думать. Надо думать. Так, этот горнач пошел в другую сторону, я так понимаю. Что у нас тут, в принципе, есть еще? Бля, заметил меня. Заметил собака. Так, а чё я... Бля... А я ж чё, завис, да? Пиздос. Ой, бля... Да ясно, что оно ухудшается, а не улучшается. Так, как этой херней пользоваться? И что оно вообще делает? Да блять. Мелкие хедкрабы какие-то. Я не понимаю ни хера. Опачки, там что такое? Опачки, зачем сюда? Так, подожди, он тут не просто так же, да? Зачем эта херня здесь нужна? Так, ну ладно, давай посмотрим, что вот это такое. А, блядь! Оно еще кусается? Ой, идите нахер, я вам сказал сразу же. Так, давай-ка сейчас разбираться, что это за херня, поэтому сейчас. Так, что-то я не понял сейчас. Это мне что, блядь, его надо убивать? Он же неубиваемый. Бля, это босс, как считается, как босс. Там вот какая-то хуйня еще стоит, но, блядь. Так, а можно... А, можно и так было менять. Ёб твою мать, чё это я раньше не знал? Так. Так, а можно я тебя завалю вот этим вот хернями? Это пчеломет, если что. Пчеломет. Кто же знал, что это пчеломет? Иди сюда нахер. Блять. Так, быстро, хуйню вот эту подбираем. Иди, до свидания. До свидания, блять, застревание. О, отлично. Я что-то подобрал, нет? Бля, энергию подобрал. Чем же его убить-то? Сука, это этот, который плюется, он такой же противный, как этот. Ой, что сделал? Пчеломет, вперед! Охуеть. Ему как бы похуй, да? На мой пчеломет. Да чё за херня-то? Иди нахер! Химическая опасность, блядь. Ой, блядь, идите нахер, заебали меня. Может, тебя остановит это, нет? Тебе, видимо, похер вообще на меня. Бля, эти жучки грёбаные меня достали уже. Хедкрабы маленькие. Модифицированные, блядские хедкрабы. Да? Это же недоростки хед... Вон ну как. Это получается босс хедкрабов, да? Это самый, блядь, матка хедкрабов. Короче, вот это вот. Так, а чем же его убить-то можно? Ну-ка, подожди-ка. Нам дали энергию. Сохранить тогда давай. Попробуем его пушкой просто снести. Иди нахер. Так, ну ему как бы похер. Я так понимаю. Бля, он ему вообще пофиг. Бля, не обшивку мне не ломайте, падлы. Иди нахер.
чары мелкие. Хм, ты сложный, падла. Так, пошел ты нахер. Всю обшивку мне поломал, собака такая. Так, там что-то еще валяется. Бля, я не понимаю. Бля, я по стенам могу лазить, прикинь. Бля, могу. Прикол. Опа. Опача, бля. Так, а что делать-то, собственно? Я что-то не понимаю, нихера. Блядская хуйня. Да ясно, что химическая опасность. Дети, вы все в баню, вы заебали меня. Не, это вообще не дело. Надо сохраниться, загрузиться. Ой, какая новая игра? Что ты делаешь? Загрузиться на том месте, где он меня не видел, собственно. Вот здесь что-то надо по-любому сделать. Так, а ну-ка. Нет, нет, надо что-то делать, но непонятно что. Так, ну вот это вообще не простреливается никак. Вот эта херня. Бля, что так тяжело-то? Я нихера не понимаю. А, хедкраб, хорошо. Хорошо, это хедкраб. Как мне его убить? Вот это главный вопрос сейчас. Там что-то наверху есть, да? Бля, как туда забраться-то? Я не понимаю. Бля, ну ведь правильно же все делал. Вот этим херням его надо убивать. Этими мухами, пчелами, я не ебу, кто это? Я так понял, там какой-то лечебный бассейн. То есть эта херня все-таки меня лечит. Которую я, это, прыгал. Так, иди сюда. Мертвую зону нашел, кстати. Ой, бля, нихуя не мертвая. Так, ну, я, по сути-то, делаю все правильно. Как тебе прицелиться, собака? О, до свидания. Опачки, да. Ох ты ж, мать твою. За ногу. Сейчас он будет пускать этих херней меня. Ты блядская херня. Как тебя убить-то, ну? Куда целиться в него-то? Чё-то как-то на него вот эта вот херня вообще не действует, если честно говоря. Или действует? Так, может, повыше надо стрелять? Да ему как бы похер немного. О, а можно было так? Иди сюда. Блять. Химическая опасность. Там где-то есть этот бассейн. Опа. Пошел ты нахер от меня. Слышишь ты? Горнач гребаный. Тихо, 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 тихо. Падаль такая. Так, я смогу тихонько вот так пробраться? А может он разрушит вот эту херню? Ну как бы не исключено, что у него ядовитая эта херня. Иди нахер отсюда. А где он? Где он, кстати? Вот ты, блядская хуета. Так, мне нужно в этот бассейн попасть, посмотреть, как он работает. Ну, во-первых, иди ты нахер. Ой! Блять! Вылетел нахуй из этого. Не-не-не-не-не-не, я пушку нечаянно взял. Так, мне надо вот это сохранение было. И пересохраниться, потому что это не дело. Ну-ка, погнали на этот бассейн посмотрим. Ой, бля, тупичок. Так, он что... Блядь. Ну как так можно, блядь, было лохануться?
Опа, аккуратно, 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 аккуратно. Опа. Так, что он там лечит? Ну-ка посмотрим. А, реально лечит? Бля, а что я не это? Не знал? Ну окей, бесплатная аптечка. Уже хорошо. Так. Я так понял, он убивается, но как-то вблизи. Этим пчелометом. Вот. Ну, а ты чё дергаешься-то? Ты вообще там замолкни. Так, зарядка, зарядка, перезарядка. Перезарядка. Так, может с этого вот... Можно его как-то шмалять? Походу не долетает, потому что вот эта херня мешает мне. На самом-то деле. И она, по сути, не хочет меня... Ой, блядь, что делаешь? Попробуем как-то сбоку его уничтожить, что ли. Нахер пошел. Ему это не нравится. Бля. Чё за... А, ты... Херня полосатая. Бля, задел. Опачки, до свидания. Я не могу никак его найти точку такую, чтобы он меня не тронул. И как бы... Сейчас попробуем еще посильнее его задолбить. Бля. Тихо, тихо. Подлечим, полечимся, полечимся, полечимся. Я надеюсь, он бесконечный источник, как бы, лечения. Потому что если не бесконечный, то иди нахер. Так, ну ладно. Хорош. Слышишь ты, падла. Ой, бля, хиткрабы ебаные. Или что это за херня? О, улетел, да хуя. Так, он что там орёт, непонятно. Слышишь ты? Чё не стреляет? Ой, бля! Ой, бля! Опасно было. Иди нахер, не стреляй. Бля, как его убить? Эту свиноту. Еще вот эта вот свинота мешается, мелкая. Иди нахер. Так, ну я по стенам умею лазить, это вообще профи. Может его гранатой? Ну-ка, можно попробовать, кстати. Так. И это его испугало, да? Или ничего не испугало? Ну-ка, подожди. Ты сейчас бы пошел нахер, конечно. Так, опять занимаем позицию. Блядские жуки. Ну, вон вроде бы убивается, вроде бы не убивается. Хер поймешь, конечно. Опа. Что-то я не понимаю никак. Сейчас бы на него тратить. Ой, ладно, сейчас попробуем РПГ. Нихера. Непробиваемый тип. Так, может эти жуки... Ну не, жуки еще хуже. Они сейчас меня начнут убивать. Я похуй, мне я стреляю по нему. Ну он, бля, как бы убивается, хер его поймешь. Не-не-не-не. Не-не-не-не. Не-не-не-не, тихо-тихо. Лечимся, лечимся.
Пробуем стрелять из укрытия, так сказать, пока лечимся. Опачки, залез в логово свое. А не долетает туда. Угу, окей. Долго будешь лечиться, потому что надо как-то побыстрее. Кто же знал, что это озеро лечит? Лечебное, блин. Ах, тут как бы все плохо, ужасно. Ну как бы реально, что делать-то, я не знаю. Ой, бля, что делаешь-то? Опа, аккуратно. Так, он пошел в логово свое, это ебаное. Ты, блядь. Сейчас под край... Иди нахер, мелкий пиздюк. Так, слышишь, что? Ну-ка, вылази оттуда. А, он не открыл? Хера себе умный. Так, ну мы сейчас, значит, подбираем то, что там осталось. А тут ничего не осталось уже, как бы. Тут как бы все. Моя энергия уже просто ушла нафиг. Может, эти кристаллы как-то подзаряжают меня, нет? Нет. Давай сохраню. И мы по... А, вон еще валяется энергия. Как бы дальше я не вижу, что там происходит. Процентов. Хорошо. Хоть немного. Так, ну-ка загасись. А что происходит? Обвал? А, то есть типа пути назад... Ушел нахер от меня. Ушел нахер от меня. Бля, маневрирую, маневрирую. А я улетел. Пока, до свидания. Как тут найти точку безопасную? Бля, тут нет точки безопасной. Есть, 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 есть. Бля, не долетаю. Ой. А, да, реально. Ёб твою мать. Ну, кстати, неплохо. Тихо, тихо, тихо. Не вздувайся. Так. Окей. Пацан, короче, шел к успеху. Но не дошел, судя по всему. Не дошел. Ну, что поделаешь, такая жизнь. Ой, тут опасно. Блядь, ты где тут взялся? Так, туда прыгаем. Вон озеро лечебное. Полечимся чуть-чутка прям. Маленько. Как ты мог заметить, наверное? Хотя вряд ли ты заметил. У меня видео немного теперь со стереозвуком. Поэтому можно слышать, что происходит в правом ухе и в левом отдельно. Так, а что там? Тихо. А, хедкраб. Тихо, тихо, тихо. А что тут? А как бы... А зачем? Можно его расстреливать отсюда или что? Ну, возможно, не это... Не исключено. Ай-яй-яй-яй. Вот дурень, упал. Тихо, тихо, тихо. Не дури. Хэдкрабы где-то там повсюду. Так, еще вон там. Ну давай я его просто пистолетом вынесу. Вон еще какая-то. Кстати. Иди сюда. Но он может эту херню сломать. Это мы выяснили, как-никак. Так, ага, еще один. Так, а как я сюда попал? Кто-нибудь помнит? Я вот реально не помню. Как я сюда попал? Чё-то... А, я, наверное, с той стороны пришел. Да-да-да, точно. Вот тут хедкрабов дофигища просто. Как бы, ну давайте попробуем. Ой.
расстрелять этого чудака. Или загнать его в какое-то нужное место. На-ка нахер. На еще. Бля. Тихо, аккуратно. Ты меня поднимаешь нормально, нет? Что с тобой не так? Аккуратно меня поднимай, я тебя умоляю. Простреливаем, ну уже. Что-то как бы ему похер. Мне кажется, на то все, что я делаю. Бля, надо подлечиться. Надо подлечиться, надо. Блять, надо подлечиться. Подлечиться надо, серьезно. Так, что-то реально понимаю, что с ним делать. Но как бы мы уже прошли. Может быть, он еще какой-то проход открыл. И это, конечно, все возможно. Все круто. Но мне не нравится то, что сейчас сложно, там прям сильно становится. Это прям не круто. Так, давай до 100% долечишься нормально, чтобы я больше не это самое. Откуда эти хэдкрабы оттуда берутся? У меня, кстати, здесь патроны прям ограничены будут, поэтому надо все делать предельно. Бля. Нахер я это сделал? Зачем я прыгнул неосторожно так? Так, слушайте вы, падлы. Идите нахер оттуда. Ну, еще, наверное, оттуда. Я так понимаю. Бля. Бля. Во. Все замечательно. Ага. Угу. Еще один приперся. Отлично, ага. Откуда они берутся? Сверху, что ли, слезают откуда-то? Хоп, к нему давай. Давай-давай, закидывай к нему, бля. Закидывай к этой гниде. Давай, залезь сюда. Открой мне эту херню. Ну, блядская хуйня. В эту чё? Так, оно что там орёт, что ли? Так, это новый выход или... А, да? Это та дырка, о которой я думаю? Ну, судя по всему, да. Блять. 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 Чё со мной не так? Чё я делал неправильно-то? Ой, бля. Ну-ка, иди сюда, блядская хуета. Бля, а как я провалился-то тут? Лечимся? Не-не-не, что-то сложно прям. Что-то прям пиздец, ничего не понятно. Я вообще не ебу, что тут делать надо. Сучара. Так, сейчас еще один должен спуститься, если я не ошибаюсь. Ага. И еще где-то там должен быть один. Ну, где-то разбился, короче говоря. Ага, вот. Так. Почему я не прыгаю? Ну, ёлы-палы. Что за хуйня? Я, короче, не ебу, что с ним делать. Да-да-да. Может, на него запрыгнуть, кстати. Ух, какие мы злые, блядь. Ёб твою мать. Не, ну он что-то агрится, если чё. Бля.
как-то аккуратнее приземлись. Опачки. Сейчас на него нападем прям так. Прям охуенчик. Вот так делаем. Он красный. Иди нахер от меня, бля. Ебать. Что это за хуйня вот эта вот? Что это за херня? Так, последний раз пробуем и заканчиваю с этим. Потому что я реально ничего не понимаю. Опачки. А, блядь, меня эта херня обила еще. Иди ты в жопу. Пизда мне. Опачки, это чё? А чё это было? Подожди. Там что-то открылось, что ли? Подожди, чё-то я это не видел. Опачки, до свидания. Я пошел от вас. Да-да-да, он открыл же вроде. Бля, точно. Уже как-то это открыл. А как? Как ты это открыл? Ну-ка, открывай. Бля. А, вон что-то. Чё это? А, это тупик этот, бля. Блять. Столько еще обшивок я не ломал. Как при нем. Ах ты ж, блядская хуета. Как тебя убить-то, ну? Бля, уйди от меня нахуй. Все, я при смерти. Не, я не при смерти. Ага, при смерти, все. Меня уебала эта херня. Короче. Вообще не ебу, что делать. Поэтому, если кто-то соизволит написать мне, что надо делать, то я это сделаю. Сейчас я ничего не понимаю. Поэтому мы останемся вот тут с мужичком, которому ничего не вышло. И продолжим в следующей видео. А пока что всем до встречи и всем пока.